Вера в силу человеческой души, возвышающей нас в часы самых тяжелых ударов судьбы. Главная тема балета «Жизель». В рамках фестиваля Марии Биешу к нам приехал Киев Модерн Балет под руководством одного из ведущих хореографов современности Раду Поклитару. Авторских версий балета «Жизель» немного, и каждый отличается своей самобытностью. Не исключением стала и постановка Поклитару. Я лучше скажу, что у нас общее, хорошо? Потому что, значит, с классической версией нашу версию связывает первое. Балет называется «Жизель». Музыка Адольфа Адана. И сохранены все персонажи и все действующие лица. Они называются точно так же, как они называются в первоисточнике, в классическом. Все остальное другое. «Жизель» Раду Поклитару – это не романтическая история, к которой привыкли зрители, а социальная драма. Хореограф отказался от мистической составляющей оригинального балета, сделав саму «Жизель» девушкой легкого поведения и перенеся второе действие спектакля в бордель. Раду рассказывает, что в случае с «Жизелью» очень много идей пришло от самих балерин, танцующих главную партию. Однако точных ингредиентов современного балета называть не решился. Я вообще боюсь анализировать процесс моего творчества, потому что есть замечательная такая как бы байка про сороконожку, которую спросили. Сороконожка, как ты ходишь? Она говорит, очень просто, с 15-й, потом с 13-й, потом с 40-й, потом с 1-й. И она больше не ходила. Поэтому лучше не анализировать. Все получается, и слава богу. Режиссер, менеджер, худрук, будучи директором и художественным руководителем театра «Киев Модерн Балет», Раду решает 100 задач одновременно. После репетиции он садится заполнять финансовые ведомости, создает рекламу и ведет бухгалтерию. К совмещению творческой и коммерческой составляющей Раду Поклитару пытается привыкнуть до сих пор. Тяжело. Тяжело, потому что менеджер занимает большую часть моего времени. Как только я уйду полностью в коммерцию, театр, это закроется, я снова уйду полностью в творчество, потому что мне незачем будет быть менеджером. По паспорту Поклитару белорус, по происхождению молдаванин. И сам шутит, что действительно является нашим земляком, так как ему приходится ездить на заработки в Москву. На вопрос, кого в нем все же больше, Раду дает довольно четкий ответ. Я гражданин балета. Когда я ставлю в Чехии, я явно... Частичка чешского, это балета, когда ставлю в Большом театре, частичка Большого театра и так далее. Где я живу? Я живу в Киеве, я обожаю Киев. Это мой дом, это Киев Модерн Балет, это мой творческий дом. Вот. Несмотря на то, что украинского паспорта у меня нет, сейчас, наверное, в большей степени все-таки я украинец. Премьеру «Жизель» предвещало знаменательное событие – присвоение звания народного артиста Молдовы постановщику современного балета. Мы поздравляем Раду с заслуженной наградой и надеемся, что это не последний театральный эксперимент, который мы сможем наблюдать на молдавских сценах.